любом единоборье должен присутствовать пинцет. Он подходит для всяких мелких работ. Он может быть как вот штатный от Венгера, штатный от Викторинокса. У кого-то может быть медицинский с очень тоненькими такими захватами. Кто-то любит наоборот медицинский с большими захватами. Но это очень неотъемлемая часть, которая должна быть в любом наборе. Вот. Поговорим пока о медицинском специализированном инструменте. Значит, здесь можно пробить отверстие за счет вот этого вот шипа, проколоть. Он многофункциональный. Можно использовать как скрепку его, засунуть что-то здесь, стянуть резинкой. Можно достать карточку из банкомата, если там вдруг застряло. Применений очень много. Места он много не занимает. Можно носить с собой, что, в принципе, я и делаю. Такая незаменимая штука, которая всегда находится под рукой.